текущая задолженность составляет 415 миллионов. Что это такое? Это такие юридические лица, которые сдали декларации, но не платят. В борьбе с должниками все средства хороши. Власти совместно с налоговой и судебными приставами ужесточают меры. Найдут везде – дома, на дороге и даже на даче. Могут арестовать имущество, тебя могут оставить на дороге, забрать твою машину, тебя могут за границу не выпускать. Ну зачем доводить до ситуации такого экстремального? Года не беда. Наши бабушки и дедушки все чаще становятся героями интернета, следят за модой, занимаются спортом и делятся мудрыми советами. Сегодня отмечается День пожилого человека. Не делать гадости, а жить по-хорошему. Помогать всем, любить всех. Это самое главное. Индонезию продолжает трясти. Количество жертв уже больше тысячи. В Мехико выставили рукопись племени майя. И сколько стоят самые дорогие туфли в мире? Обзор мировых новостей в нашей рубрике. Мы делаем полностью раму, рукоятки, ковши. И на следующий год по плану будет делать кабину целиком и мосты. Уникальный момент. На площадке около офиса компании «Лонмади Квинмади» в Елена выставлен почти весь ассортимент строительной техники. От мини-погрузчиков до макси, например, вот такого вседорожного крана с самой большой грузоподъемностью. Высокие гости и выставка техники по случаю 20-летия компании. «Лонмади» – первое совместное российско-британское предприятие по обслуживанию и продажам спецтехники в России. Основной партнер компании – английский завод JCB. Сегодня, пожалуй, нет ни одной стройки, на которой бы не была замечена ярко-желтая техника этого производителя. Клиенты любят ее за качество и высокотехнологичность. Много техники разнонаправленной, которая может выполнять не одну функцию, не две, а там достаточно купить одну единицу и при этом использовать ее, скажем так, более чем на 100%. Поэтому вот это интересно, то есть максимально получить результат от этой техники. При этом имея всего одну, скажем так. То есть как бы выгода тоже своего рода. А еще, говорят постоянные клиенты, они тоже в числе почетных гостей у компании, особое отношение к своим заказчикам, которые помогают выстраивать партнерские отношения на долгие годы. Мы уже 15 лет являемся клиентами «Лонмади». Надо дать должное «Лонмади». Есть техника, может быть, понадежнее, есть подешевле, но сервис как в «Лонмади» нет такого сервиса ни у какого конкурента. Вот. Честь и похвала. Представительство «Лонмади Квинтмади» в Солнечногорском районе открылось в декабре 2016-го. На предприятии в Елена трудится почти 400 человек. Для района это не только рабочие места, это еще и 50 миллионов рублей налогов в год. Конечно, такие предприятия являются такими ведущими в своих отраслях. И мы сегодня полностью понимаем, что это соответствует нашей концепции развития территории. Мы сегодня занимаемся привлечением инвесторов именно в производственной сфере, высокотехнологичных производств, которые позволяют нам развивать территорию, создавать рабочие места и привлекать сюда самые передовые технологии. Потому что я всегда говорю об этом, это, соответственно, высокая производительность труда, высокая заработная плата, высокие налоги и то следствие, которое позволяет развивать территории и в социальной сфере также. Сегодня «Лонмади Квинтмади» – успешная динамично развивающаяся компания. В свой день рождения презентация очередной новинки, которая обещает устроить революцию в строительном секторе. Компания представила экскаватор, который назвала лучшей машиной по 5 ключевым характеристикам – обзорности, устойчивости, маневренности, мобильности и удобству обслуживания. Ксения Кирьянова, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. «Наше время».